Велосипед Бирбайк приезжает к нам второй раз. В прошлом году мы, по-моему, его собирали, настраивали. И сейчас он приехал протянуть спицы. Обода все-таки здесь стоят достаточно слабенькие, спицы слабенькие. Ростовка большая, человек ездит высокий. И обода немножечко идут восьмеркой. Соответственно, вот здесь у нас была протяжка заднего колеса, протяжка переднего. И протяжки такие, скажем так, средней ценовой категории, не самые дешевые. Велосипед бежевый, не покрыт лаком. Смотрите на нем, как следы остаются от всего. То есть он не царапается, ничего, но пачкается. Любое прикосновение оставляет немножко грязи на нем. За год эксплуатации, можно сказать, цепочка дала немножечко усадочку. То есть процент износа процентов 50. Соответственно, через годик надо будет менять цепь, заднюю звезду и смотреть, что по передней звезде у нас будет. Педали работают, педали крутятся. Втулки здесь у нас на промах. Проблем со втулками нету. Колодки за год тоже не стерлись. И самое главное, обода крашеные тоже практически за год не протерлись. То есть можно сказать, что велосипед хороший, но все равно изнашивается цепь, потому что цепь стоит бюджетная изначально. И, конечно, жаль, что не покрывает лаком. То есть далеко не видно, а вблизи вы видели, насколько все это поцарапано. По износу покрышек. Ну, износа тоже пока что еще нет. Видимо, катались не так уж и много, но успели все-таки восьмерки сделать. Такой вот обзор спустя год эксплуатации велосипеда Бирбайк.